Всем привет, друзья! Сегодня мы будем выполнять челлендж 60 секунд лутинга в Fortnite. Так, и полетим мы, наверное... Я не знаю. Вот сюда вот, наверное. Ну да, наверное, вот тут вот полетим. Потому что, я не знаю, я хотел вообще-то вот этого сделать. Тут вот сюда. Тут и враги. Так что я вот сюда вот получу. Не знаю, получится, не получится. Можно. Давайте вот этот вот дом слетаем. Так. Сейчас приземляйте на дом. Мы сразу. Я включаю секундомер и начинаем. 60 секунд пройдет, мы сразу выключаем. Включаем. Все, поехали. Так, заходим в дом. Находим эти. Заходим сюда. 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 Тут больше нету. Здесь тоже нету ничего. Так, опять темка. Ну, не знаю. Не нужна нам вторая уже. Так, прыгаем сюда. Смотрим, что тут. Лутаемся здесь. Можно, в принципе, взять. Так, еще что ли? У нас вообще ничего не будет. Кроме автоматов. А можно на другие тоже? Да, мы тоже на другие можем ходить. Так, мне быстрее надо. 56 секунд, 57. 58, 59, 60. Все. Больше я не могу лутаться. Блин, жалко. Ну ладно, окей. Подобавим ресурсов себе, потому что мы их очень мало. А мы можем же ведь вроде прокачивать, да? Я могу аук себе сделать. Если я себе сделаю аук, то это будет нормально. Так, пойдем себе сделаем аук. Ресурсов нормально добудем, когда вообще их можно. Напишите в комментариях, как вам с микрофоном или лучше без микрофона сейчас. Вы только не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мне очень нужна поддержка, потому что у меня мало подписчиков, а почти никто не смотрит. Блин, как там тут было, я его так не вижу. Так, где оно там? Так, аук себе сделали. Теперь добавим еще. Можно себе еще и скар сделать. Тоже будет прикольно. В принципе, у меня такое железо не хватает. Напишите, как вам слышно или нет мне. Потому что я стараюсь как-то погромче говорить, мне знаю. Я вот в монтажной программе еще делал, ну, звук прибавлял, не знаю, как получилось или нет. Смотрел, ну, вроде прибавилось, но не настолько хорошо. Сегодня я не буду такой, наверное, долгий ролик делать. Потому что многие говорят, что большие ролики делают. Мне охота делать. А я вот не знаю, как вот. Если маленький делать по 11 минут, то это не всегда получается. Я вот смотрел типсы там, да у кого. Они вот если проиграли первый раз, потом еще раз проиграли, они больше не выпустили. Я вот так же пытаюсь, только я, у меня побольше там попыток. Я вот если два раза проиграл, я еще пытаюсь сделать. Они два раза проиграли, то больше не буду делать. Я вот пытаюсь как-то побольше, чтобы уходили.
Напишите, как вам, я стараюсь очень громко говорить. Не знаю, получается, нет. Еще кто разбирается сильно в монтаже, ну, хорошо. Скажите мне, напишите там ЖК, если кто не знает. Напишите, пожалуйста. Блин, металли. Все, что я знаю. Все лежали. Блин, я не знаю. На самом деле в этой командной потусовке много кто говорит, это на крутом уровне. Я не знаю. Я чисто в кайфе играю, мне интересно, и тут я ожидаюсь, не так бомбишь сильно. Мне тут интересно. Я чисто не делаю, не интересно, но все равно это не так. Потому что в этом году не интересно. Вот в том году он нормальный был. Я его покупал, кстати. Он нормальный. Так, сейчас будет война у нас начнется. Не знаю, королевскую победу мы займем или нет. Еще пытаюсь английский. Ну хорошо вообще знаю. Чтобы стимулировать вот с такими абрахами всякими. Арабами этими. Так, меня отсюда яма присутствует. Подойдем поближе. У-у-у! Зарубили, зарубили, хорошо. О, опять хоть на ухо, ты вообще что творишь? Скажите еще, пожалуйста, какие настройки лучше использовать, потому что я не могу, блин. Я не могу, у меня сенса почему-то. У меня им вроде работает, но а строиться тоже нормально могу. Ну вот как будто он не доходит. Сходит, но он не доходит. Сейчас говорят, аим ассист убрали, не знаю, у меня еще точно не было. Никто ничего не убрал, да? Ничего не сегодня не увидел. А у меня. А ух, я укол смотрел и. Я вот говорит, что это не нравится. Ау, мне нравится. Он говорит, долгая перезарядка. Думаю, нормально, как у автомата. Но чуть подольше, но все равно. Ничего у меня там такого нет. Что у него прям сильно долгая перезарядка. Перезарядка, как и у всех. Ой, мало хп, патроны, блин, что я говорю, мало оружия, во. Вообще все круто. Мне этот сезон вообще не понравился, вообще никак. Вот хотя бы 11-й, вот там нормально что-то было. Не то, что это. Меня достали. Так, она улетела, 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 улетела. Я специально на английский перевел, если что, по-английски. Настя, Настя. Он там еще сидит, если ты не знал. О, все, ничего, не достали. 32 попа, добивай, если еще надо. Серьезно, ни разу не попал. Вот, говорите мне настройки нормальные. Я ни разу не попал по чуваку. Ни разу. Как это возможно?
тут лут. Факт, что все получится. А что у меня рампа? А рампа у меня что-то... А, нет, опять хэдшот. Все-таки вроде нормально. Там еще вот здесь челики сидят, но не знаю, что с ним происходит. На этот дом все. Ой, блин, надо было другой автомат взять. Надо было автомат. Но все равно с автоматов у нас уже сколько киллов? Уже 7 киллов. Сейчас вообще разнообразие в Fortnite вообще не такое. Прям вообще никакого. А вот что мне тут главное просить, это очень круто. Я тебе тоже так могу попасть, понял? И ты на это ничего не скажешь. 64, что у меня стоит? Что у меня стоит? Боевая. Ружье боевое, ружье боевое. Кто с тобой? Блин. Окей, 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 бомбить не буду. А, вот это армия. А, на тебе. На тебе. Щуп, бро. Мне сейчас капец будет. Только их не уберем. Я не заметил. Все, блин, он голова. Тут кто-нибудь есть? Нет, тут никого нет. Нать. Ладно, все, чуваки, пока всем. Не знаю, когда новый ролик. На канал ставьте лайк.